Таро, дружище, сегодня мы с тобой посмотрим «Одни шарики. Киборг убийца. Сезон 1, серия 1. Смешарики по аниме». Алехандрос представляет. О, мой любимый Алехандрос, круто. Производство Алехандрос Студиос. О, мой любимый Алехандрос Студиос, клево. Автор идей Алекс Тросов. О, он крутой чувак, я знаю его. «Одни шарики. Киборг убийца». О, супер. Что там было написано? Подожди, StarCraft? А, не шарики, понял. Все, наслаждаемся просмотром. Попкорн, передай, пожалуйста, попкорн. Ого. Как думаете, кто это мог сделать? Не знаю, но кем бы он ни был, он обладает безумной силой. Кай сильнейший из нас, его техника даже меня пугает. Кто же сумел одолеть его кунг-фу? Кто бы это ни был, его надо найти и уничтожить! Всему свое время. Сейчас нам необходимо помочь Каю. Только так мы Гай, узнаем, сенсей. Что с ним произошло. Где же носит этого кролика? Ого. Моча. Охренеть, вот это кто-то крутой. Это должно помочь. А, мед. Насколько же это анимешно. Блин, это вышка. Почему у меня постоянно слово вышка появилось? Пусть приходит в себя. Кай, ты слышишь меня? Скажи, кто это с тобой сделал? Это был железный демон. Ты сказал демон? Именно. Огромный великан в железных доспехах. А, знаю кто. Он да. Направлялся к северным воротам, и я не сумел его остановить. И вот еще. Со мной был Йоши-сан. Не знаю, удалось ли ему спастись. Надо послать за ним кого-то. Я пойду. Я быстрее всех и доберусь быстро. Ни в коем случае. Это слишком опасно. Но... Я сказал нет. Ты нужен здесь. Ха! Блин, такая клевая рисовка у всех. Слушай, они... О, у него швабры. Они такие все клево выглядящие. Все остальные за мной. Вау, Джо-Джо. Стрела, которая делает у всех стенды. Да? Нет? А спонсор этого видеоролика — манга по фиксанутым. Это полноценное продолжение фиксанутых в виде комикса. Это очень круто. Поддержите ребят, потому что они делают очень здорово. Мне уже очень нравится. Поддержите оригинал обязательно. Кто же победит в битве между отцом и сыном? Интересно. Чтобы читать мангу, вам нужно оформить спонсорскую подписку. В общем, поддержите его. Мангу прямо. Он заслуживает сегодня. Этого. Парень делает... Ух. Ух, ты что делает, парень? Наверное, парень. Может, и девочка, я не знаю. Но просто Александрос. Будь на моем месте, Йоши-сан, он, не задумываясь, пошел бы меня выручать. По-любому. Если я слушаюсь ворона, возможно, тогда меня ждет изгнание. Лучше уж так, чем потом винить себя в смерти друга. Куроши, иди погуляй, Кай нужен отдых. Хорошо. Куроши-са, подойди-ка. Кай. Кай. А, у меня для тебя кое-что есть, Куроши. Неужели это... Именно, это меч мастера-петуха. Мастер-петух. Теперь он твой. А что за мастер-петух? Был в смешариках какой-то петух? По-моему, никаких петухов в смешариках не было. Не благодари. Но почему? Почему ты решил доверить его именно мне? Сам не знаю, но так пожелал петух. Возьми его, Курошит, и отправься за Йоши-саном, ты нужен другу. Исполни свое предназначение. Встань на путь петуха! О, музыка занимает. Куроши, куда ты собрался? Я иду спасать Йоши-сана. Ты с ума сошел? Идти туда одному — это самоубийство! Я не могу сидеть сложа руки, пока мой товарищ в опасности. Так что даже не проси меня об этом. Ты не понимаешь, даже мастер-медведь с ними справился, ты тем более ему не ровня. Ты поступаешь безрассудно, Куроши-сан. Я знаю, поэтому... Блин, это очень круто. Ну не пытайся меня остановить. Сказал же. Это знак свыше, Куроши. Даже дверь говорит тебе, не поступай необдуманно. Ха-ха-ха-ха-ха!
Это такое аниме, просто... Вот это реально могло произойти в типичном аниме. Чего? Фаст Аспак бой. Держись, Йоши, я иду. Кай давно должен был вернуться с остальными. Кстати, у него озвучка. Боюсь, с ним случилось что-то неладное. Вижу, ты уже выдохся. Ага. Сдавайся, и я вознагражу тебя быстрой смертью. А что у него? У него трусы светятся? Смешно, ты так упорно старался, и все ради чего? Ради капли крови. Блин, я не помню, кого он мне напоминает. И это все, на что ты способен? Блин, это подожди, это что, озвучка Камины из Гуррен Лагана, нет? Если это она, то я просто потек уже. Еба. Футбольный мячик. Секретная техника проникновения единорога. Грязный прием. Ого. Что? Хороши? На сей раз я тебе не проиграю. Чего? А это он еще даже не воспользовался мечом. Ва. Ля, а чё он сильный такой? Йоши-сан! Йоши! А тут он очень медленно что-то бежит. Он, видимо, не очень торопится к своему другу, потому что сюда он бежал быстрее, чем бежит к своему другу. Неужели я опоздал? Насыки. Срать, малиновое варенье, говно. Ты еще можешь стоять на ногах? Будь ты обычным кроликом, такой удар прикончил бы тебя. Типичная фраза в каждом аниме произнесенная. Посмотрим, как ты будешь стоять после того, как я проткну тебя титановым клинком. Сейчас он достанет немножечко меч. Что? С ножиком. А, я думал, он с каким-то маленьким ножиком. Ты отнял у меня друга. Я отниму у тебя сердце. Блин, было бы круче, если бы, знаешь, он вот так вот немного открыл свой меч, и он защитил удар. Боюсь, это невозможно, у меня его нет. То, что ты бессердечный монстр, я это уже понял. Но я буквально вырву тебе сердце и скормлю медведю. Нет, ты не понял. У меня и вправду нет сердца, ведь я машина. Да хоть верблюд, я уничтожу тебя. Знаешь, меня эти разговоры сильно утомляют. Предлагаю провести бой на кулаках. Ты и я, без всяких приспособлений. И пусть победит хитрейший! Так он же машина, так нечестно. Еба. Я принимаю вызов. Чувак с камеры упал. Не-не-не-не-не, подожди, подожди. Я принимаю твой вызов. Наконец-то, достойный противник. Что? Чего? Ты испёкся. Ебать, это что было сейчас? Это что сейчас было, я не понял, почему? Это типа, если хуманизацию провести? Бля, это просто бомбезнейшее. Встань на путь петуха, сказали голубому кролику. О, это очень хорошо. Жалко, что нету драки там. Смешарики в стиле Джорджа под синий экзорцист. А, вот что это, да. Кому нужно эти японские... Если есть русская... Да. Я надеюсь, тебе понравилось. Поддержи обязательно автора. Он этого заслужил. Пока на этом все. Я буду надеяться, что выйдет следующая часть. Я ее очень хочу. Ну а пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.